Мы продолжаем следить за ситуацией с разбившимся в Иране пассажирским лайнером украинских авиалиний. Официальной информации пока очень мало, однако руководство тегеранского аэропорта имама Хомейни официально подтвердило факт крушения. По последней информации, на борту находились 167 человек и 9 членов экипажа. Выжить не удалось никому. Об этом сообщают местные СМИ. Сейчас выясняется гражданство пассажиров, могли ли среди них быть белорусы, уточняет МИД. Тем временем выдвигаются версии причин случившегося. По одной из них, Боинг мог разбиться из-за технических неполадок, однако не исключена возможность того, что произошедшее может быть связано с текущим американо-иранским конфликтом.